Итак, это у нас стикмен, он сидит перед ключиком. Посмотрим, что у нас будет дальше. В чем тут суть игры? Это всем примерно понятно. Так, человечек вылазит с какой-то зеленой травы. За ним бегут два синеньких человечка, вяжут его. Сначала пытаются сломать руку, потом надевают наручники. И что же дальше? А дальше нам... Ага, нам тут показывают управление. Кнопочки вправо-влево. Это прыжок, видимо, вверх. Это пауза, понятно. Подсказки, понятно. В общем, суть такая, что мы должны добежать до ключика. Это пока отклонить. Так, тут все просто. Первый уровень. Ну что, поехали. Идем вперед. Вперед, прыжок, вперед. Ах, не получается. Еще вперед, назад. Вверх, в сторону. Вон он, наш ключик вверху. Мы к нему почти добрались. Вот, есть успех. Спускаемся вниз. И покидаем наше помещение. Опа, а тут точно такое же помещение. Но называется уровень Стингепарда. А, вон оно что, смотрите, он быстренько бежит. Опа, быстрее, чем тогда. Стингепарда, ух ты, а так сложнее. Ой, какой ты шустрый. Ай, сложно. Так, надо ровненько стать. Прыжок вверх, есть. Прыжок вверх, в сторону. А, елки-палки, сложно. Это всего лишь второй уровень. Оп. Оп. Еще раз вверх. Ну, давай, родненький. Опа, есть, поймали ключик. Да, этот, конечно, стиль сложноват. Если так будет дальше, то даже не знаю. Так, реклама нам пока не нужна. Для этого нужно просто отключить интернет. И поэтому реклама нам не должна больше надоедать. Кто не в курсе, попробуйте. Отключаем Wi-Fi и будем нам счастье. Влево-вправо, что это? Ага, двигаются наши платформы, стали подвижными. И немножко нам так усложнили жизнь. Так, а дальше-то уровня что? Не будет никакого выхода с этой комнаты. Ну ничего, посмотрим. Так, ждем сейчас нужный момент. Эх, оба, погиб. Ничего. Тренировочка, мы уже на третьем уровне. Уже поняли принцип действия. Это ключ постоянно там будет вверху, интересно. Опа, есть, попали. Разочек, есть. Эй, ёлки-палки, тупанул. Тупанул, извините, сейчас попробуем быстренько наверстать все. Эй. Еще раз, давай, давай, давай. Блин, ну был же у цели. Кто играл в такую игру, ставьте пальчики вверх, комментируйте, подскажите, может быть, я здесь еще чего-то не догоняю. Ну, игрушка, в принципе, пока мне нравится, я ничего плохого сказать не могу. Так, оно так еще рывочками ездит, не очень удобно запрыгнуть. Сейчас будет назад отъезжать. Не, не получается назад, надо попробуем, когда вперед будет ехать. Так, давай быстрее, быстрее. Ну, тут единственная преграда, это шипы. И усложняется тем, что двигается. Опа, есть. Главное не попадать на шипы. Все, мы снова вышли. Внезапная невидимость. Ух ты, исчез. Прикольно. Ух ты, а где я? А ну, попал или нет? Выпрыгнул. Опа, есть, выпрыгнул. Исчез, исчез. Так, ну где-то я на месте. Опа, есть. Думаю, что я на месте. О, та легкотня. В принципе, то, что мы исчезаем, но это не критично. Отлично, все. Это легкий уровень был. Неправильный ключ. Интересно, чем же он неправильный? Чем же он неправильный? А, вот оно что. Оказывается, у нас дверь была открыта. В общем, надо нам убиться. Есть. Вот, и просто, я так понимаю, вообще не нужно трогать ключ, а нужно его вот так вот раз и перепрыгиваем. Все, есть, получилось. Да, легкотня. Легкотня, шестой уровень. Смотри, куда жмешь. А, вон оно что, смотрите, поменялось управление. То есть там, где был прыжок у нас теперь вперед.
Вот. Назад вот сюда. Ух ты, интересно. А хочется, так и хочется нажать на вперед. А вперед у нас прыжок. Так, прыжок вперед. Да, надо реально смотреть на кнопку. Так, развернуться. А, теперь нужно и прыгнуть. Вот, есть. Ну, в принципе, сложнее, конечно. Непривычнее. Но мы справились. Молодцы, есть. Седьмой уровень. Это не ключ, это ключище. О, точно ключище. Смотрите, какой он гигантский, он лежит вверху. Ну, давайте попробуем его. Я так понимаю, ну да, нам его просто не получается взять. Ничего не происходит. А, я понял. Наверное, нужно его просто туда дотолкать, как ему тяжело, какой он тяжелый ключище. Не зря так называется уровень, не ключа, ключище. Да, тяжелый. Ну ничего, давай. Давай, 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 дружище, дотолкаем его до конца. Есть, все, открыли. Осторожно, лифт работает. Так, пока ничего не вижу, никакой осторожности. Ну, погнали. А, вот он, лифт едет. А, убегаем. Есть, а так бы у нас бы приплющило. Прыжок вверх, тут ничего не едет пока. Опа, здесь поехал. Есть, мы успели. Ну, в принципе, тоже все просто. Стиль улитки. А, и вот, смотри, как он медленно бежит. Опа, ух ты, ну оно так даже проще. Проще управляется, вообще легко. Как-то он как слоумо такое у нас получается. Кто не знает, что такое слоумо, это замедление, когда видеосъемка замедленно идет. Опускаемся вниз, и все, мы уже на выходе. Простой был уровень. Прыгай с умом. Что-то с умом. Ну, посмотрим. А, вон, у нас ключ пропадает. Смотрите. Опа, и он исчез. Ёлки, ну, погоняться еще за ним надо. То есть, это когда мы нажимаем на прыжок, он исчезает. Ух ты. А если мы на месте попрыгаем? Опа. А, надо вот здесь стоять, и он сейчас здесь внизу появится. Есть, о. В общем, мы ее хакнули, этот уровень. Одна из всех. Ага, вон она одна ездит. Подъезжает к нам, встаем на платформу. Быстро, ай, не получилось убежать с нее. Ждем. Да, не так просто. Так, это нам еще за ключом надо туда добраться, на ней, на этой платформе. Ну, тут мы... Ай, почти, почти, почти. Не надо было прыгать, можно было просто перебежать. Блин, не попал. Ну да, такой длинноватый, нудноватый уровень. Немножко тут помучиться надо. Опа, есть, все. Есть, открыли. Побежали дальше. Так, три. Ух ты, это что такое вообще? Перевернутое. А, и стенка еще едет. Я даже прочитать надпись не могу. За тобой уже выехали. Ай-яй-яй. Слушайте, я играю на телефоне, я попробую перевернуть, может так проще будет. Вот мне еще там стучат, мол, не переворачивай. Да, иначе никак. Ух ты, елки, это сложно. Ай-яй-яй. Вообще нереально, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, вот эта игра резко так набрала обороты. Еще же назад надо вернуться. Да не, это нереально. Я его не пройду 100%. Так, ну немножечко еще попытаюсь. Управление совсем неудобное, когда телефон перевернутый. А, елки-палки, куда жать, куда бежать? Вообще нереально. Да что ты мне стучишь? Я вижу, что все сложно. А, блин, не туда нажал.
Так, ну ладно, ребятки, давайте я, наверное, попробую этот уровень пройти в одиночку. И когда уже будем дальше, посмотрим, что там у нас будет происходить. Пока поставим на паузу, вернемся в главное меню. Вот, посмотрим, сколько тут всего уровней. Ой-ой-ой, 12 это у нас пройденных, вернее 11, на 12 мы застряли. А здесь их, по всей видимости, просто-таки немерено. Ну, скажем так, игра довольно-таки интересная. Посмотрим, что будет дальше, если мне, конечно, удастся пройти этот 12 уровень. А так, всем пока-пока, подписывайтесь на канал Игрок Ваш. Понравилась игра, понравилось видео, ставим лайк, не понравилось, ставим дизлайк. В общем, что-то пишем в комментариях. Всем пока-пока, до новых встреч.